Благоустройство Малаховского озера продолжается. Владимир Ружицкий проверил содержание территории парка и наметил план работ на лето. Подробности прямо сейчас. Корни, грязь, шишки, ветки. Илья, коренной житель Малаховки, вспоминает, что 2 года назад на озере была другая картина. Сегодня вместо заброшенного леса благоустроенный парк с детскими городками, смотровыми площадками и пикниковыми зонами. Раньше это, конечно, по лужам в резиновых сапогах с детьми, с колясками все, ну, было вообще крайне неудобно. Ходили только в сухую, ну, погоду. Сколько у меня знакомых, да, вся Малаховка, как бы все рады, все сюда приезжают. Единственное такое место, где можно выходные досуг провести с детьми. Глава Владимир Ружицкий проверил содержание парка. В зоне отдыха привели в порядок тропиночную сеть, установили туалетные модули. Сейчас основная проблема – высокая трава. Она обильно разрослась в пешеходной зоне. Глава дал распоряжение провести покос в ближайшее время. И задача, чтобы здесь жителям было уютно, чтобы здесь было хорошо, чтобы сюда людей тянуло. Тем более, сегодня мы стоим на улице, там плюс 35, а вот у водоема это особо не чувствуется. Ежедневно в парке проводят уборку. Главная цель на лето – почистить озеро. Ведь сейчас многие отдыхающие спасаются от жары в водоеме. Я надеюсь, что в течение 2-3 месяцев подрядчик, который к нам зайдет, Малаховское озеро почистит. Мы по первым прикидкам специалистам здесь порядка надо вынуть порядка 140 тысяч кубов ила. Также в ближайших планах положить небольшой мост через речку Македонку. Так получится прогулочное кольцо. Жители смогут гулять, кататься на самокатах и велосипедах вокруг озера. Подобные места отдыха планируется построить и в других поселках округа. Анна Слайковская, Михаил Давыдов, телеканал ЛРТ.